В Чувашии проходит фестиваль национальной книги «Литературная Чувашия. Самая читаемая книга года». Открыла фестиваль презентация новой книги народного поэта Чувашии Валерия Тургая «Сердце, обреченное любить». В ней собраны стихотворения, написанные поэтом за последние 6 лет. Среди гостей презентации – писатели, государственные и общественные деятели, журналисты и студенты. Встречи с писателями и поэтами, круглые столы, музыкальные вечера, книжная выставка, ярмарка Чувашского книжного издательства – программа насыщенная. Завершит фестиваль всемирный диктант по чувашскому языку, который состоится 25 апреля.